Всем привет, друзья! Вы на канале Элдей, и сегодня у нас очередной рейд, а перед началом хочу обратить ваше внимание на то, что если вы видите в названии приставку топ, то это означает, что это топовый рейд с большой базой и богатой добычей. Если же приставка топ отсутствует, то это обычный рейд. Также все видео с рейдами разделены по плейлистам: плейлист рейды и топовые рейды, что даст вам возможность выбрать, что именно вы хотите посмотреть. Но даже обычные рейды могут быть вам очень полезны, так как перед рейдом вы можете зайти на мой канал, перейти в строку поиска видео, ввести имя игрока, которого вам предстоит зарейдить. И если видео по данному рейду есть в базе, то вы сможете посмотреть данное видео и изучить базу врага, что даст вам возможность не только сэкономить ценную экипировку в виде C4 и железных топоров, но и место в рюкзаке, что позволит вам вынести еще больше ценных ресурсов. Удачи на рейдах! А мы с вами будем сегодня рейдить игрока под ником Player5776. Ну что ж, посмотрим, что это за игрок такой. Так, чоппер без бензобака, два движка, ну, в общем, начинающий игрок, по всей видимости. Так, ну тут два поля и куча на улице у него всяких столов для производства. Не стал он заморачиваться. И вот такая вот небольшая деревянная база. Ну что ж, друзья, посмотрим, что там внутри. Так, требуется железный топорик, но здесь, ребят, вольер открывается, все хорошо. Давайте посмотрим. Тут тоже железный, тут тоже железный, тут железный, тут железный. Так, это не то. Это мы с вами плавильню убили. И тут железный. Так, хорошо, ладно. Так, давайте пока начнем с вот этих вот столиков. Так, дерево. А тут... И первая волна, друзья, у нас прибегает. И я через вольеры их убиваю. Так, добиваю последнего. Нет, не последнего. Вот, ребят, последний толстячок. Добиваем его. Отлично. Так, тут тоже у нас древесина, бревна. Так, а чтобы железный топорик не сделать, как-то я... Не взял железный топорик, друзья, побежал и не взял. Ну, а сейчас мы выкрутимся. Ресурсы у меня есть, должно хватить. И мы просто его скрафтим и сломаем стену. Так, ребят, все, я скрафтил железный топорик. Нормально, отлично. И теперь мы можем уже ломать... Давайте где-нибудь вот здесь, наверное, будем ломать. Поближе к вольеру, опять же. Так, ну вот такая вот, ребят, у него маленькая баска. Здесь 6 ящичков. Давайте посмотрим, что у них есть. Так, набиваем 3. Здесь 1, 2, 3. Так, и у нас бежит. Бежит. Вторая волна. И убиваю, друзья, вторую волну. Добиваю второго толстячка. Отлично. Так, нам броньку сломали, но у нас есть вот такая вот парадная одежда. Так. Возвращаемся и продолжаем. Значит, вот этот вот ящичек давайте надобьем. И вот этот 2, 3. И верхний. 3. Все, отлично. Теперь давайте, наверное, с нижнего и начинать. Так, вроде никто не бежит. О, 10 дуба. Неплохо. Тут куча механики, мобильный телефон. Телефон заберем. 2 талончика красных. Ну, в принципе, пока, наверное, все. Так, давайте вот этот ящик.
Здесь движок, микросхемка, алюминий. И бензик сразу же возьмем и этот зальем в чоппер. И канистры положим тоже в чоппер. Так, ребят, давайте, что у нас? Сбегаем сразу в чоппер. Все это дело сделаем. Немножко подосвободим место. Потому что сейчас уже будет третья волна. И нам надо будет с вами бежать на базу. Ну что ж, давайте 10 дубовых досок, 8 телефонов, движок и микросхемку заберем с собой. Побежали вверх. Так, это выкладываем. Что забрать? Ладно, давайте ломать. Так, здесь, ну, 5 аптечек разве что можно взять. И у нас прибегает третья волна. Побежали, ребятки. Бегу в вольер. Ну и начинаю их, как обычно, убивать. Остался последний толстячок. И начинаем его убивать. Так, 68, 39, еще разок. Отлично. Все, снимаем броньку. Вот так вот. И сдаемся. Выложил я наш лут из чоппера. И давайте вернемся, добиваем толстячка. Отлично. И забираем трупик. Так, рюкзачок одеваем. Ну и тут, в принципе, броньку одеваем. Все. Все забрали, отлично, трубу поставим, хилы поставим, ну и тут топорики у нас есть. Хорошо, друзья, побежали дальше, побежали доламывать наши сундучки, наши ящички. Так, раз, два, тут еда, понятно. И что тут у нас? О, ну кирпичик я заберу, ребят, кирпичик нужен для постройки каменных стен. Поэтому, в принципе, нормально. Ну, нормально. Мне нормально. Плюс гвозди. А, так, железо. А, железные слитки. Здесь вот так вот. Это стак. Ну, нормально. Неплохо. Даже очень неплохо. Вот так вот кирпичик, который нужен. Мы с легкостью добыли. Вроде бы простенькая база, а ресурс достаточно нужный, друзья. Так, и место мы освободили, давайте посмотрим, что еще можно взять. Ой, даже не знаю, тут как бы не то. Так, ну давайте рогушки 2 стака заберем, сейчас посмотрим. Тут точно нечего нам забирать. Хорошо, тут 3 ключика заберем, болтики заберем. А, что еще? Колесико заберем. Давайте вот так вот для экономии места положим в карман. И тут, ну, тоже, ребят, я особо ничего толкового не вижу. Вот, а здесь, наверное, ну, тоже механику какую-то заберем. Вот так вот. Так. Давайте, наверное, усилитель сигнала. Так, все. Все мы, в принципе, забрали. И у нас еще, ребят, давайте посмотрим, тут морковка. Угу. Выложим пока сюда. И теперь, чтобы мы потом могли из грузовичка все это дело быстро забрать. Так, покушали, выложили. Все, 3 места у нас там есть, то есть мы сломаем с вами топорики и потом заберем как раз вот это 3 места, ну или даже 2, вот так вот, наверное. Тут, ну тут веревка и ткань, в принципе она мне не нужна, ребят, поэтому что будем ломать? Давайте вот этот вот столик, так, 9, как раз 9 у меня будет стак железных слитков, 20 штук, отлично.
Хорошо. Что еще? Что еще? Так. Смотрим. Вот это забираем сразу, и вот это забираем. Все, я думаю, не будем мы, наверное, с Громилой бодаться. Зачем мы? Все, заберу механику. Из механики мне надо прокачивать механику. И из механики, ребят, падает сталь. Ну и все. Так, можно выбегать. Вот такой вот, ребят, рейдик плеер 57-76. А в завершение данного рейда, друзья, я хочу вам напомнить, что каждую субботу в 18:00 я провожу стрим, на котором мы тоже рейдим базы игроков. А также мы проходим разные локации, улучшаем оружие, строим базу, изучаем чертежи и просто весело общаемся. Поэтому я всех вас приглашаю на свои стримы в субботу в 18:00. Увидимся. Всем пока. Nothing that's thick and thin.